Всем привет, меня зовут Максим, это канал Angry Games, и у нас вновь Fear. Продолжаем мы тут всех убивать. Что такое? Что такое было? А, дверь. Не-не-не, тихо-тихо. Без меня никуда. Так, сохраняемся. Мы все ищем... Гасите свет! Ну ладно, гасите свет. Ну-ка, мина у меня есть? Блять! Ах, пиздюки-то, а? Вижу. Ты его видишь? Я нет. Ложись! Блять, застрял. Да блять! Во что я тут упираюсь постоянно? Он прорывается. Да умри! Это чувак там, нет? Похоже на чувака. Во, умер. Реально чувак там спрятался. Так, сохраняемся. Что-то они какие-то жесткие немножко стали. Свет мне выключают. Да, правда, чувак там сидел такой. Отдыхал. Чуть-чуть. Чуток. Так, аптеки, аптеки. Охренеть, у меня аптечек-то сколько осталось, мало. Обалдеть. Потому что граната ко мне прилетела, как бы я вообще не ожидал этого немножко. Фу, ну да ладно, наберем. Как бы, это не проблема. Так, вы умерли, чуваки, нет? Отлично. Кто снял? Вроде бы все. Но пока ожидаем. Да, все. Что у вас было? Ничего не было, что ли? Дробыш. И все. Ладно. Да ты вообще задрал уже. Нахер ты мне тогда вообще нужен? Ты мне не помогаешь ничем. Ой, хорошая комната. Хорошая комната, а куда мне идти? Из этой хорошей. Хорошая комната. Еще представляете, вместо F нажал на G. Хорошо, что у меня гранаты закончились. Да, закончились. А то бы сейчас было прикольно. Может, конечно, вот сюда выпрыгивать? Да, скорее всего. Опять темно. Пэксон Фэтл находится в административном корпусе Армахема. Скорее всего, он ищет Харлана Вейда или его дочь Элис. Корпус охраняется значительными силами противника. Задача – найти Харлана или Элис Вейд, а затем обеспечить их эвакуацию. При входе в административный корпус соблюдать предельную осторожность. Блин, осторожно. Не надо меня учить. Что у меня с оружием только что было? Так, эпизод 7. Изменения. Изменения. Открывается, но тут заперто, да, все? Да. Тут, скорее всего, тоже все заперто. Ну, я не мог не проверить. Остается единственный вход через окно. Как обычно. Мы умеем так входить, умеем также выходить. Ноутбук. Была некая синхронизация. Что это такое, тут не сказано, но, похоже, были жертвы. Ну, как бы мне это ничем не помогло, если честно, сейчас. Так, еще один ноутбук. А нет, это компьютер просто. Все, хорошо. Ищем обходной путь.
Так, сейчас начнутся глюки. Либо скримеры. Одну... А, вот дверь. Открывай. Опачки. О. Блять, не пугайте меня так. Не надо. Не надо так делать. Блять, сейчас кто-то приедет. Ну-ка. Блять, там нет никого. Значит, собираем обратно. Че? Ладно. Почему? Что этаж? Фу, блин. Ну только не ломайся, лифт, пожалуйста. Дай мне дай. Блять. Страшно же, что вы делаете? Одно новое сообщение. Давай. Первое сообщение. Харлан Вейн. Привет, это Харлан. Я уже неделю пытаюсь дозвониться до Женевьевой, но она, похоже, вообще не подходит к телефону. Увидишь ее, передай, что она влипла по самые уши. Ее гениальное решение расконсервировать саркофаг привело к необъяснимым и необратимым последствиям. Надеюсь, это ее обрадует. Сообщение. Что за саркофаг? Нет. Не, сюжет тут вообще классный. Немножко непонятный, ну как бы, немножко непонятный. Ну потому что это специально так. Ну-ка. А вот это интересно. Да? Они не только прикрыли источник, но и наглухо законсервировали соответствующий объект. Потом саркофаг. Нет, но я думаю, что это место стало опасным само по себе. Может, радиация? Хер знает, чувак, хер знает. Ты же у меня аналитик или кто ты там? Бестолковый мой. Тут нет ничего. Сохраняемся. На всякий случай. Случаи бывают разные. Сами понимаете. Опять что-то все мигает, все сверкает. Так, это походу вот эта деваха здесь была. Ну, ее кабинет, по крайней мере. Два новых сообщения. Ну-ка. Первое сообщение. Харлан Вейн, Элис, это отец. Ты в опасности. Да, точно. Уходи, зайди в мой кабинет и найди ноутбук. Текстовый файл протей. Быстрее. Следующее сейчас сообщение. Ходим. Алдус Бишоп. Привет, это Алдус. Я просмотрел твою подборку. Похоже, мы напали на след. Попробуй найти и расспросить кого-нибудь, кто жил или работал в тех местах. Буду держать тебя в курсе. Сообщений больше нет. Да, все запутаннее и запутаннее становится. Опа. Блять, думаю, что такое капает? Думаю, что с ухом, что ли, у меня уже, блять. Где телефон? Где? Какой телефон? У тебя телефон звонит, нет? А, чувак. Блять, тут с ума сойти можно с этим светом. Куда идти-то, кстати? Почему не ломается? Чувак, ты кто такой? Перевернись. Как мне тут зайти-то, а?
Куда идти? Так. Я запутался. А, во, сюда я не ходил еще. А сюда не надо было. Вот я и не ходил. Не, как туда пройти-то, что-то я не пойму. Нам главное была подсказка, что сверху где-то звонит телефон. Постреляй. Только я тут туда же не смогу залезть. Ну-ка. Да уйди нахер, стул! Нормально я починил, да? Блять, еще и фонарик постоянно садится. Не, так я сюда не залезу. Открой. Откройте. Блять, диван. Странно, странно это все. И что делать? Ладно, давайте попробуем вернуться обратно. Так, время. Время, кстати, не изменилось. Там во второй серии, кажется, я находил часы. Время застыло. Время совершенно не двигается. Лифт, что ты делаешь? А, так там я был, получается. Да? Да. Все, теперь мне легче. В смысле, фонарик-то не выключай только. Опа, опа. Отлично. Молодец. Я так и знал, на самом деле. Что так все и будет. Блин, я люблю игры с бесконечным фонариком. Как я их обожаю, а? Блять! Вот же сучка. Вот же ж, блять. Вот же ж... Обосратушки-то у меня тут, а? Кто это делает? А наверх зачем лестница? Ну-ка. Не, по идее, там мне надо на самый верх. О, нет, тут запасики такие отличные. Или нет? А, ну все, тут дальше некуда, да? Правильно? Правильно. Блять, не тушите свет, пожалуйста, мне. Полетели. Ох. Ладно, сохраняемся. Тогда все, сохранение прошло. Трэш, мусорка наша. Ну, на лифтах мы уже больше не покатаемся, я так понимаю. Надеюсь, девочка жива и ее никто не скушал. Я тоже надеюсь на это. Я не понял, он сейчас это кия показал, что ли, карате мне тут? Свет, пожалуйста, не тушите мне. Насчет завтрашней ночи. Извини, что не предупредила заранее.
Позвони как сможешь. Пока. Сообщений больше нет. Фигня какая-то, короче, не очень нам полезная. Так, куда же идти, куда идти, куда идти? Проверка! Происшествий нет! Вас понял, будьте бдительны! Блять, их тут до хрена! Все. Четверых разобрал. Че бежишь? Где ты? Сдох? Или этот четвертый не умер до конца? Скорее всего, да? Да, точно. Так, что, ништяков нету никаких, пацаны? Не припрятали для меня? Ладно. Да, это четвертый. Спустился просто. Вижу цель! Ух ты ж, блядь! Я тоже вижу теперь. Сначала не видел. Нету ничего, не спрятали. Блин, почему ты не прячешься никуда в уголки? А? Пацаны. Ты там не живой? Нет. Казалось. Могу залезть? Не могу почему-то. Контакт, контакт. Бля, гранат. Ты откуда здесь? Так. Лечимся. Блять, нет, не та кнопка. А, это мину кинул. Мина, это хорошо. Мина пусть. Мину можно забрать. Если что. Открывается? Так, закрой за собой. Не на улице же живешь. Так. Ладно, что там по ХП? По ХП. В принципе, можно еще личкануться. На всякий случай. Все, погнали. Открывай. Пацаны, напугали меня. Есть? Все, нет вроде больше. Точно? Они где-то здесь сидели. Да, они вот здесь было. Были. Толпой. Тут спрятались, блядь. Ублюдки, а? Ой, гранатки. Ништяк. Еще, еще. Еще. Так, где-то телефончик должен быть. Да. Фух. Первое сообщение. Элис Вейт. Привет, это Элис. Хочу кое-что рассказать. Ну, давай. Мы еще не закончили сбор информации, но уже ясно, что у ситуации в Оберне нет никаких видимых причин. Ни социальных, ни экономических. Люди просто покинули этот район, а потом стали обходить его стороной. Все это мы постараемся отразить в докладе. И еще. Судя по всему, это началось около 20 лет назад. Если мы найдем что-то еще, я дам знать. Спасибо. Сообщений больше нет. Пожалуйста. Так, а почему ты эту аптечку-то не взял? Ну, молодец. Так, сохраняемся на всякий случай. Тихо. Блять, я испугался. Опять не заметил их ни хрена. Тут без фонарика вообще ни хрена не видно. Так, давайте посмотрим. Тут больше некуда, да, было пройти? Да, тут все закрыто. Хорошо. Какие-то космонавты какие-то.
Да возьми ты, что ты мне тут сальто опять показываешь? Так, тут забригадировались. Тут у нас что? Дробыш. Аптека. Так, ноутбук надо чувака найти. Может, он писал своей дочке что? Так, вот он, скорее всего. Давайте сначала осмотримся. Гранатки. Ноутбуйк. Ага. Пару недель назад Армахем пытался возобновить работы по источнику. Но группа, отправленная туда, исчезла без следа. В итоге объект снова законсервировали. Понятно. Блять, что такое, что такое? Кто звонил? Кто звонил? Где-то рядом было же. Что за глюк? Или это типа скримерок такой был? Ладно. У вас удалось. Опа, 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 опа. Ответьте. Нужно подкрепление. Пойдемте. Блять, они тут с двух сторон, что ли? Ох-ох-ох. Там кто-то был, походу. Да? Да. Блин, вторую просрали. Жалко. Ладно. Просрали так просрали. Что тогда, переключаем на обычные гранатки? Я с минами, мне как-то поспокойнее. Я хотя бы, если кину ее нечаянно, то я сам не умру. Так, их нам до хера. Их там очень до хера. Ну-ка. Ой, ништяк. Ну-ка, где вы там? Укрытие! Тихо, 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 ребят. Слышал. Чё ты слышал? Ты, видимо, слышал, но не видел ни хрена. Что, пацаны, где вы там? Выходите. А то я все разломаю здесь. А это не робот выйдет потом? Ну, не турелька еще одна, случайно. Блять, не тряси свет, пожалуйста. Зачем ты так делаешь опять? Мне аж первый раз не понравилось. Так, ну вроде бы все. Вроде бы все. Это откроет нам дверь, да? Да, точно. Ну-ка, еще раз. Может, кто-нибудь побежит сейчас? А? Пацаны? Нет. Нет никого. Сохранение. Так, сейчас бы сообразить, куда идти. То я что-то уже забыл. Так, вот сюда, скорее всего. Нет, подождите. Фу, опять запутался. А, ну да, все верно. Так. Сохраняемся на всякий случай. Эта штука по мне не стреляет. Она в пассивном режиме, скорее всего, находится. Так, что за музыка началась? А?
Что за музыка? Какая граната? Граната? На. Отлично. Ух ты ж. А, ни хрена себе ты тут. Блять, откуда у вас тут столько? Накройте его! Накройте или прикройте? Прикройте лучше. Я понял, откуда такая музыка. Меня тут собрались накрывать. Граната. Где, где, где? Тихо, тихо, тихо. Фу, вот это мясо началось, а? Сидит и ничего не понимает, да, что происходит? Так. Надо нам назад сбегать, подлутаться, я думаю. Что у нас тут есть? Что есть? Что есть? Что-то ничего нет. Так, здесь. Смотрим по углам. А, ну это то самое место. Или нет? Блять, я запутался опять. Да-да-да, это то самое место, куда нам надо идти. Так, все, сейчас обрыскиваем чуваков. Че, трубку снял кто-то. Так, отсюда я пришел. Там вторая дверь еще. Сейчас давайте туда. В смысле, не вторая дверь, а второй проход. Куда? Посмотрим сейчас. А, ну это так, чисто подняться, да, тут облутать. Не, ну все равно полезно, что. Ладно. Так, можно личкануться. Сколько у нас? 8 аптечек. Три гранаты, патронов до хрена. Сохраняемся и идем дальше творить правосудие. Не, ну пацанов прям куча была целая. Прям много. Я прям... Опачки. Ништяк. Сейчас наверх пойдем. Аптечка. Где ты, где ты, где ты? Сейчас рванет! Почему рванет-то сразу? Так. Второго быстренько. Голову, голову, голову. Четко. Так, главное, чтобы граната не прилетела. Потому что граната здесь решает вообще. Ага, вижу. Куда ты, куда ты, куда, куда, куда полез-то, чувак? Так, еще сохраняемся. Что-то прям это. Да хрена их. Блять, тень испугался. Так, тут у нас что? Вижу. Вижу, я тебя тоже вижу, чувак. На. Да попади по нему. Ой-ой-ой-ой. Что такое, что такое, что такое? Дайте гранату. Есть. На жопе шерсть, блядь. Бронька. Бронька, это надо. Мы потеряли одного.
ты откуда тут взялся-то? А? Так, давайте опять. Так, мне показалось, или там кто-то был? Блять, не та кнопка. Так, я внизу там не все еще обыскал, мне кажется. Просто-напросто. Или все? А, ну да, вот в ту сторону еще не ходил. Вот. А тут столько ништяков. Как это я сюда не сходил? Еще и тут дверь какая-то. Которая не открывается, да? Все, понял. Теперь все ясно. Теперь-то мне все ясно. Так, пацаны, ну вы что там? Собираетесь выходить или нет? Другали. Это мне пригодится и то, и то. Так, сейчас. Все, фонарь. Противник! Так, ты куда? Где ты, чувак? Второй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дробыша попал, да? Опачки. Так. Так. Лови прям по щам тебе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно, больно, больно стреляешь. Все. Блин, ну пацаны, у вас вообще до хрена здесь. Может, конечно, это уже концовочка. 170 хпшечки. Обалдеть. Отлично. Так, откуда я пришел? Тут закрыто. Я пришел вот отсюда. Да. Да. Именно отсюда. Тут ничего нету. Пацаны вот тут поумирали немножко. Надо к ним зайти. Посмотреть, что есть, что нету. Течка. Там что, мышка опять? Так, фонарь. Фонарь какой-то тусклый вообще. Туда! Ой-ой-ой-ой-ой! Быстро этого убиваем. Блять, патроны закончились! Быстрее, 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 быстрее! Ты же не попадешь по мне. Как? В рукопашную с этим ублюдком лучше было не ходить. Ну ладно, тут в принципе я недалеко, зато теперь все знаю. Сейчас все быстро, сразу броньку здесь возьмем. Первый раз, и то по глупости по своей. Сдох. Фонарь! Куда? Понял. Живой, что ли? Убил? Окей, давайте сохраняться почаще, а то это... Я опять решу в рукопашку куда-то идти. Нереально, первая смерть такая нелепая. Не какими-то ракетами меня там застреляли. А тупо какой-то железный там мудак дал мне по щам. Обидно. Ну да ладно, тут в принципе в игре-то никакой статистики нету. Так что... Граната. Хорош меня стрелять. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ты где? Противник! Ой-ой-ой. Блин, он своими стрелами этими вообще долбит нормально.
чем-нибудь его другим. Это жалко на него. Гранатами надо его просто. Да, просто да и все. Раз, два. Сегодня встанешь выше. Кто? Пацан. Хорош. Откуда? Кто стреляет? А, вот ты где. Еще один. Блядь, и ты живой-то? Хорош, пацаны, блядь. Что делаете-то? Так же ведь недолго и умереть. Мне еще раз. Блядь! Мать твою, а? Испугал. Закройте двери. Нахер. Аптеки собирай. Аптеки мне теперь нужны очень. Так, 170 опять же. ХПшечек. Кстати, надо было проверить сначала. Если ее берешь. Так, а мины у меня не появились? Нет, мины не появились. Блин, мины классная вещь вообще. Так, аптечка еще одна. Патроны все собираем. Граната еще одна. F5. Погнали. Блять! На! Еще одну на! Да давай кидай быстрее! Еще одну! Чуваку! Стоит еще на ногах, а? Гадина! Блять, не туда! У меня же есть вот эти штуки. Она приклеивается к нему, по идее, должна. Ну-ка. Еще живой. Так, хилимся. Слышь, ты задрал. Все. Обидчик мой умер, наконец-таки. Так, давайте смотреть, что тут есть. А тут ни хрена ничего нету. Главное, обидчика убили. Так, у этих мы вроде бы все пособирали уже. Все, что можно было тогда. Фух. Так. Опа. Ты не один из них. Нет. Я уж боялась, что меня никто не спасет. На. Хотя давайте это сделаем, наверное, уже в следующей серии. А, пока будем смотреть на девчонку, на эту. Так, аптечка. Сейчас послушаем еще телефончик. И прочитаем ноутбук. Ладно, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Facebook, на Twitter. Там все дела, можете делиться видео. Ну и, в принципе, на этом все. Всем спасибо, всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.